Я пишу, я продолжаю собирать для кунсткамер смертельные советы от невежд. Мне далеко ходить не надо. Мне брат присылает ссылки, а я их открываю. Сейчас уже не могу все, сильно много. И дерьма в них много. А я тогда взял выборочно. Просто беру одну эту. И, может, не так обидно будет авторам, которые ну, просто не ведают, что творят. Друг друга повторяют десятилетия за десятилетием. Вот. Но я это написал, это нарочно, а то может быть правда, вот это может быть это запрос заговор все-таки против нас таких. Вот, может, не зря же это за 50 тысяч хотели продать за это. Вот, смотрите, пишет очередной канал. Слишком длинные корни перед посадкой, желательно укоротить на 10 сантиметров. Почему не на 8, почему не на 15? Человек, который это пишет, он понятия не имеет, зачем слишком длинные корни. Он вообще, понимаете, ну как, кто-то самый первый, кто это делал, да, вроде бы обозвать его, но этот человек был непрост. Он относится к классикам. Я нет, фамилии нет, видите? Фамилии нет. Зато есть секатор и отрезает корень. И написал, слишком длинный. А здесь как? Слишком длинный. И пошло, пошло, пошло. Вначале классики, это классик. Еще раз фамилию не называю. Придумал вот этот корень. Это все, это потеря морозостойкости, потеря иммунитета. Вот Ваулин, который повторяет за мной, что корень это якорь, якорь, знаете, что... И даже за мной повторяет слово антифриз. Ну уж, мужики, ты знаешь слово антифриз. Незамерзающий раствор, перевожу. Ну... Себе бы отрезал, показать, что бы отрезал, или сами догадайтесь. А теперь пошло, это классика, а это уже сегодня. Сегодня. Как можно взять и искалечить дерево, если есть возможность спасти корень? Это с такой любовью. Копаешь дерево, копаешь глубже, глубже, глубже вокруг, стараешься, чтобы вот уже 20 сантиметров освободил, 30, уже дальше подрубаешь, нет ни сил, ни здоровья. Но чтобы как можно длиннее был. А помните мои фотографии, уникальные, бесценные для будущих книг, для будущих этих самых, потому что других нет, они же рисуют. А я-то выкапываю, фотографирую, вот. И обещаю вот за это, вот это самое. Я раньше говорил, пальцы пооткусываю секатором, а сейчас скажу, я уже другое буду скоро откусывать. Вот. То, куда людей посылают. Потому что, ну что это такое? Любой человек купил сажу, берет, получается, а у нас везде 50 тысяч, 60 тысяч, 100 тысяч, 500 тысяч этих самых подписчиков. Сколько из них, купив саженец, начинает корни обрезать? Идем дальше. Здесь получается пикировка. Это опять старинная книга, больше 100 лет. Она гуляет. Вот эти же фотографии, не фотографии, а рисунки. Каждый ленится по-своему. Вот такой, мол, саженец. Вот здесь подрезаем, да? Пикировка – это обрезание для корней. Ну, на следующий год вот такая будет. Поняли, откуда ноги растут? Вот, теперь объясняю про верхнюю часть. Это, знаете откуда? Это не я. Это продолжение той статьи. Самое страшное, что здесь было еще, ну-ка, ну-ка, перед листьями еще слишком длинные корни. А, ладно, по-моему, пару строчек я упустил или ниже буду. Если на саженце есть листья, то это желательно удалить. Вот, понимаете, представим себе, что вот эти саженцы еще Сергей не отрезал. Приехал человек на автобусе. По-другому не отправишь, согласны? На автобусе он может только вот таким способом выдалить. Там замотаны мокрые тряпки, сверху полиэтиленовые мешочки. Все нормально, и дальше отсюда вот так вот отрезаем. Приживутся, все будет нормально. И заметьте, листья зеленые. Человек, ну там через полсуток, через сутки посадит. И вот эти листья до конца выполнят свою роль. То есть они еще поживут. Почки дозреют. А теперь
Естественно, что если бы он не отрезал от правил, он бы так бы подвел человека, так бы подвел. Человек приехал в надежде, что вырастет сад. Ехал далеко, ехал там на этих с пересадками на этих межгородских автобусах добирался. Вот это истина последней станции. Вот так остаток, вот то, что внизу, можно выкормить, вырастить и лисицело. Даже просто бы Сергей не заморачивался, он бы и с этими листьями бы увез, куда подевался. Но только специалист может сказать, две трети или хотя бы половину листьев отрезаем. Это важнейший момент. Это все решает. Здоровый сад, болезнь сад. А теперь представим себе, что вот эти ветки еще не отрезал. А как последний, а я сколько обещал, не говорить плохих слов. Вот. Представь себе, все листья, вот это из этой той статьи. Из той статьи. Если насаживаться с листьев, желательно удалить. Он бы каждый лист бы оборвал. Ну, естественно, не отрезал бы, а руками бы отрывал, 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 отрывал. Скажите, допустим, это сентябрь. Лист держится крепко. И вдруг их не стало. И представляете, осталась почка, не вызревшая. И никогда без листа никогда уже не вызреет. И еще возле каждой почки, прямо возле нее, даже не в миллиметрах, а на самой почке, на каждой почке от оторванного листа страшная рана. Вот. И вот это вот, спасибо, брат Юрий Владимирович, спасибо, что это, потому что среди нас должны быть новички, обязательно. Потом попадет в YouTube, потом попадет в этот самый, в Яндекс. Потом, я думаю, это специально, ребята, вот это вот, я специально начал с этого, я специально показал. Ребята, умоляю вас, прошу вас, сделайте так, чтобы вот все-таки суперсадовник все-таки не побрезговал, вот эту статью напечатал. Распространяйте везде и всюду, умоляю вас, прошу вас, ну сколько можно в такой стране жить-то? Это вот я, пусть я немножко волнуюсь, меня поймите, но когда Хольцера знаменитого, вот, когда он переносил муравейники из леса в свой сад, и на него накинулась эта самая настоящая, как свора чиновников, какое он имел право стронуть с места из леса, из глухого, там их миллионы муравейников, один муравейник, два, три, ну, может, пять муравейников. Какое он имел право? Это было расценено как посягательство на эту самую, на природу. Сколько неприятностей пережил. А у нас нашли огромный большой муравейник, вот такого дерева дикороса, и давай ядами поливать, посыпать. И никто не пришел с куском природы еще откуда-то. Никто не оштрафовал, никто не запретил этот телеканал за страшный ущерб, который он принес природе и людям. Пожалуйста, умоляю, делайте вот это. Вот это просто, я случайно, вот это просто открыл этот Яндекс, и вот смотрю свою физиономию, обратил внимание. Поэтому я вас очень прошу, это важнейший момент, это надо знать, 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 знать. Вот. Вот они слишком длинные корни. Вот. Улучшать. Это придумать же слово. Искалечить корни, улучшать. Вот. Представляете еще раз. Каждый лист оторвать, изувечить дерево до последней степени, и целиком, не отрезая его так, а просто оторвать все листья и голыми. Я ничего не выдумал. Если насаживать все листья, их также желательно удалить. Смотрим дальше. После посадки молодые растения нуждаются в тщательном уходе, который сводится к систематическим поливам. Тут я еще могу согласиться, но вот тут дури много было. А помните ту самую дурь? Я приводил вам такую же эту ссылку. Там было как написано? Благозарядку и полив. Один раз на все лето налили воды, пролили до 5 метров глубины. И все. Понимаете? А я что подумал, ну верблюд может напиться воды с запасом. А ты хоть раз попробовал напиться воды, ну хотя бы на 3 дня вперед. Не на все лето, 3 литра воды. У меня там нету такого горбового деревья. У нас нет. Разве что живот есть побольше у некоторых. На 3-5 дней можешь воды напиться. Ты думал, когда ты сказал, что
зарядить влагой на все лето, и вот налил один раз, все, дерево будет расти. Ты представляешь, что ты натворил, как что ты это сделал в саду? Всемирный поток, уничтоженный червь, если вот так тебя послушать. А здесь, это не случайно вспомнил этот пример, ведь это же было же в интернете. Кто-то же должен хотя бы там же по морде, допустим, там есть комментарии, написать, ты автор, с ума сошел? Ты кого подставляешь? И вот дальше смотрите. Ну, Прополев сказал, рыхление грунта для обеспечения воздухообмена. Воздухообмен рыхлением грунта уничтожается. Поняли? Я в другом месте, мне прислали вот эти фотографии, а я им в отдельном фильме показал, ладно. Когда же угление, то как воздухообмен с помощью червячих ходов. Вот. Все наоборот. Это человеку кажется, перекопал, изувечил все. Это, ну, черви, а это их дом. Вот как можно человеку объяснить самые простые вещи, которые вот сложились вот там 40 лет почти в саду. Вот. Хожу, разгреб листья, смотрю ходы. Вот и, да я показываю фотографию. Осенью вот такой слой листьев, весной это самое, вот такие поляны без листьев. Все переработано. Я, там дом, там нижние эти самые этажи, пол дерева же под землей находится. И там все, там система жизнеобеспечения, там пищевая цепочка, там грибы в этой пищевой цепочке, там черви, там миллиарды этих самых бактерий. Помните, перекопал, убил почву. Мы это проходили. Ну что ты думаешь, зачем ты мозги-то это самое? Зачем ты вообще пишешь то, что ничего не понимаешь? И опять полтысячи человек тебе поверят. Или полсотен тысяч. Вот. Ой, постулат Железова. Перекопка и рыхление грунта уничтожает воздухообмен почвы, червей, бактерий и так далее. Вот. Ну и еще не все. Юрий Владимирович, хочешь меня это самое, чуть не сказал, до инфаркта довести. Наоборот, я вот сейчас на вебинаре вот это выскажу, и мне сразу станет легче. Ну, кто-то должен заступаться от этой дури, отвечать людей. После посадки необходимо провести первую обрезку. Я согласен. Тут на четверть длины, правда, но эта цифра не совсем. Может быть, приходится и полки. Ну, вот посмотрите. Вот это... Кузов машины. Это привези саженцы. Так. Привези навалом. Вот. Это даже не вот эти вот, которые вот за границей. За границей бы такой бы, это, без корней бы нет. Это один из питомников, который расположен, так, километров 100-200. Выкопали навалом. Это, видите, хитрая штука. Эту вишню назвали черешней. Это не прививка, нет. Ну, у нас принято в Сибири. Если это самое. Плодоножка длинная, значит, это уже черешня. Ну, что делать? Слаще морковки ничего не ели сотни лет. И вот что получается. Учеба есть учеба. Например, я когда-то такой саженец купил. Ажиотаж дикий, магазин продавал такой. Вот. Народу толпа, я стал в очередь, это весна 85-го, так, я еще обзаводился как мог, и весна 85-го, и вот получается, когда один оставался, вот такой вот, понимаете, ну я его не стал брать, я все-таки не дурак, а этот продали, не продали, но он протянул мне с кузова вот такой, для чего, чтобы я сфотографировал и говорю, спасибо, не надо. Вот, это учебная фотография. Хотите его, чтобы он выжил? Тут уже не как-то было четверть, да, написано? На четверть. А здесь надо было на 90%, если вот здесь вот, можно под эту почку. А если с той стороны есть почка, то под нее, чтобы хотя бы одна почка зацепилась за жизнь. Вот это есть учеба. Если уж так бывает. Ну, согласитесь, каким надо быть, чтобы купить его вот такой, а это... Может, они его потом выбросили, может, никто не покусился, а может, и продали, а может, подарили. И, наконец, он просто помрет, и все. Почему? Если тут не обрезать, значит, помрет. Вот.
И еще не все. На протяжении последующих 5 лет дерево будет нуждаться в систематических обрезках. Представляете, после того, что там натворили листья, там это самое, ну, натворили дело, уже без листья, вы посадили этого калеку несчастного, еще 5 лет обрезать. Причем система. А кто сказал, что он нуждается в обрезках? Ладно. Всем удачи, тысячи урожая. 50 тысяч участников. А вот эту вот эту дебильную статью прочитали. 50 тысяч. Еще внизу написано, статья была полезна, жми палец вверх. Вот. Надо не палец вверх, она 3 пальца показывает.